давно. Я приехал сначала Джанкой, а с Джанкой я приехал в Херсон. Ну, я тогда не знал, что такое Херсон, что такое это вообще. Не знал. И как? Мне понравилось очень город Херсон. Я и начал тут работать, и до сегодняшнего дня тут я работаю. А Армении, что сказать Армении? Армении я был этот всего 19 лет я был, потом в армии призвал. А в Армении, ну, не в городе я жил, а жил в селе, в бедной семье. Да, отца забрали в армию, в войну. Да, и мы с мамой, трое детей, и все. Мама работала в колхозе, и мы ей помогали, все это, и дожили до тех пор, покуда. Бывало так, что после, вот в школу я ходил, после школы это, ну, три месяца, когда нам было, это, каникулы со школы. С 12 лет я начал работать на стройке. Почему? Потому что бедные мы жили, надо было маму помогать. Ну и так и выросли, и до армии. После армии я, конечно, все оставил, потому что там это и сестра осталась в Армении, и брат. И они жили с мамой, а я уехал. Приехал сюда, в Херсон. Да, один. Очень даже легко было и самолетом, и поездом. А сейчас очень трудно даже добраться это хотя бы в Армении. Ну а когда потом побывала там эта война, я был там это немножко. Армении и Азербайджане, когда начали воевать насчет города Карабаха. Ну это, да. Ну и что там, после заваруха это все полностью этого как. Советский Союз это распало это. Ну и все отделились. Да. А до этого времени Карабах числился это в Азербайджане. Да. Они подчинялись Азербайджану. Ну и когда все распало, все Советский Союз, они тоже отделились, сказали, мы хотим быть отдельно автономной республикой. Мы не это. Не хотим быть с азербайджанами. И даже с армянами. Да. Но они Карабахи вообще. В Карабах это жили армяны. Ну и смешано. И азербайджане жили, и русские вообще. Короче сказать это. Но они хотели отделяться. Да. И отделились. И живут сейчас они отдельно. Свою автономную республику. А в Азербайджане я был и Кирабате, и... Баку я был даже это. Свободно съездили это. Даже бывало и нас знакомые были, и ночевали там. И вообще все нормально было от и до. Даже лучше был, чем-то с других стран. Это. Армяне жили в Азербайджане. А азербайджанцы жили в Армении. И все до единого выселяли и армянов. С Армении азербайджанов выселяли, а с Азербайджана армянов высылали. Это когда была война. Когда уже союз распало, и как начал война, я служил в танковых войсках. Часть этого мне была, да. И я один был армянин там. Да. Ну а в городке были много. Армяне служили, азербайджаны, и узбеки, и таджики были много. И после службы, конечно, 3 года я служил. Тогда наше время было 3 года. И после службы приехал домой, и скорым временем этот в декабре приехал домой, это уже дембель был. И в этот год попал это в Херсон. А вот раньше действительно Херсон... Самый лучший город был по Украину, по всему Украину, по всему, да, хоть столица была, это, допустим, Киев, был в столице еще Харьков был, да, раньше, ну, а самый лучший был Херсон, по богатству, по все,
Все дешево было. Все вообще, понимаешь? И самый тихий город был Херсон. Это я уже знаю, почему? Потому что я по Украине везде объездил, я знаю. И в Киеве был, и в Харькове я был, и в Одессе, и где я что не был. Я не жалею, сколько я в Херсоне живу. Я абсолютно ни грамма не жалею. Хай и дай Бог, он, как говорит, здоровье, умру и здесь меня пусть. Херсон мне очень понравился и до сегодняшнего дня.